В Акмолинской области набирает популярность первый специализированный спорткомплекс для людей с особыми потребностями. Занимаются там взрослые и дети. Спортивный зал посещает больше 300 ребятишек. Это первый специализированный спортивный комплекс для лиц с особенными потребностями в Кукшетау. Проект работает по государственному социальному заказу Управления физической культуры и спорта совместно с Федерацией рукопашного боя. В тренажерном зале есть все необходимое оборудование, инвентарь. К работе с детьми привлечены логопеды, психологи, дефектологи, тренеры ЛФК, воспитатели. Посещают комплекс более 300 особенных детей. Этот центр мы посещаем с момента его открытия, примерно где-то уже в течение 2 лет. За этот период у моего ребенка наблюдается положительная динамика. Если изначально, когда мы только узнали о нашем диагнозе, то ребенок был очень тяжелым, то есть у нас вообще не было никаких элементов ЛФК. Сейчас ребенок уже самостоятельно выполняет все нормативы и даже очень больше, чем хотелось бы. В этом месте особое внимание также уделяют и творческому развитию детей. Есть кружки ораторского искусства, хореографии. Ведутся занятия по подготовке к школе. Нашим общественным объединением открыты 2 центра. Дети занимаются на постоянной основе, также на бесплатной основе. Когда ты видишь горящие глаза родителей, горящие глаза детей, ты хочешь больше вкладывать, больше стараться. И когда действительно видишь результаты, конечно, хочется больше вкладывать. Массовому спорту в регионе уделяется большое внимание. Это не единственный центр, который помогает особенным детям. В 10 районах области на базе другого спортклуба работают филиалы. Особенность этого комплекса в том, что сюда могут прийти как взрослые, так и дети и получить всю необходимую помощь и улучшить свое здоровье. Мадина Исюмбаева, Ербулат Серикбай, Информбюро, Акмолинская область.